Прокуратура города уделяется пристальное внимание действующему законодательству при принятии на работу бывших муниципальных и государственных служащих. Федеральным законом о противодействии коррупции предусмотрено, что работодатель при принятии данных работников должен уведомить бывшего работодателя о том, что данный работник работает у него. В случае отсутствия данного уведомления предусмотрена административная ответственность. Так, в истекшем периоде 2014 года прокуратура города в ходе проведенных проверок были привлечены 3 должностных лица за то, что нарушили данные требования. По результатам рассмотрения судом возбужденных дел об административных правонарушениях по статье 19.29 Кодекса административных правонарушений должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Поэтому хотелось бы предостеречь работодателей о том, что при принятии государственных и бывших государственных и муниципальных служащих не забывали направить уведомления бывшему работодателю о том, что данный работник работает у них.